Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla, третий DLC Заря Рагнарёк. В данном видео хочу показать очередное мировое событие в области Гульнамар. Вот и наша область. Наше событие находится, получается, тут вот на западе, на юго-западе. Это у нас вот алтарь Гульнкрит. Здесь надо найти, короче, получается, 5 зайчих лап. Ну, это надо искать зайцев, убивать их, и с них у нас падают зайчьи лапки. Они как бы на всей территории есть. Безупречный, блистающий, всеочищающий. Ну что ж, мы завершили очередное мировое событие. У меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.